Всем привет! У нас сегодня очередная питоновская лекция. Мы будем говорить про итераторы. И это на самом деле довольно интересная тема, потому что так же, как мы внезапно обнаружили, что в питоне повсюду словари, особенно там где-то под капотом, потому что словарь — это очень эффективный инструмент и достаточно универсальный инструмент представления данных, ну точнее структура данных, с, прошу заметить, быстрым поиском по ключу, да, и достаточно нетяжелым хранением в памяти. Вот. Так вот, итератор — это тоже штука, которая встречается в питоне довольно часто, причем настолько часто, что мы с вами с ней встречались, ну, буквально повсеместно и всегда. Значит, сейчас покажу. Не просто так говорю про это. Смотрите. Помните наше рассуждение про то, что в питоне очень много последовательностей, про то, что они, эти последовательности, в общем, все равно какие. То есть, если у нас есть, допустим, цикл for, этот цикл можно запустить по любой последовательности, и даже, я бы сказал, не так, по любому объекту, который поддерживает протокол последовательности. То есть, сам объект не обязан быть последовательностью. Он обязан только поддерживать такой протокол. Например, у нас есть множество и словари, и множество и словари могут работать как последовательности. Их можно скормить циклу for, из них можно сделать список. Их можно использовать в качестве... Ой, как интересно, я, кстати, не знаю. Можно использовать в качестве участников операции множественного связывания. Это, кстати, забавно, слушайте. Да. А, это же даже просто вот так делается, да? Нет, сейчас в таком, ну, хорошо. А если так сделаем? Ну ты, ну подумайте. Ну, в общем, бог бы с ним. Я думаю, что все равно можно при каком-то... А, кстати, а давайте сделаем вот так вот. Нет. Мне все равно кажется, что при каком-то неудачном стечении обстоятельств у нас объекты множества окажутся не в том порядке, в котором они туда добавлены, потому что в случае множества это не гарантировано. И вот такое множественное присваивание будет неочевидным. Да? Ну, с другой стороны, никто же так не делает, все делают вот так. Ну, то есть вот так никто не делает, все же делают вот так вот. Вот. Да? И оно гораздо правильнее. Мы с вами знаем, что даже вычислимые последовательности типа zip, enumerate, там, range тот же самый, да, тоже могут, являются последовательностями, могут участвовать во всех тех конструкциях, в которых участвуют обычные последовательности. Пока что все это наше с вами знание состояло в том, что так можно. Да, все это последовательности, значит, там словари превращают все в последовательности. Теперь настала пора посмотреть, как можно сделать произвольную вычислимую последовательность руками, да, нехранимую вычислимую. Вот. Для начала начнем с конструктора. Вот у нас есть итератор, который конструируется так. Он конструируется точно так же, как любой циклический конструктор списка, множества, словаря. Вот. Только мы круглые скобочки ставим. И это внезапно получается так называемый итератор. Что это такое, сейчас поговорим. Такая знакомая нам конструкция циклического конструктора, в котором есть с фильтрацией, да, но полученный нами объект называется генератор объект. Вот мы тут немножко неправильно, конечно, идем, но не ладно, неважно, да, не будем смотреть в план лекции, будем смотреть в экран. Так вот, значит, полученный объект имеет тип генератор объект и обладает довольно странными свойствами.
про которую я даже ничего особо такого вам сказать-то не могу, кроме close end. Да. Но главное его свойство я знаю и без того. Это свойство, что наш генератор может за один раз с помощью функции next выдавать очередное одно значение, собственно, то самое, которое он вычисляет. Да? Он их не хранит, но когда к нему ходишь с помощью функции next, вызывается метод next под капотом, разумеется, да? И вот он их выдает. Обратите внимание на отсутствие 13. Когда генератор заканчивается, ну и в данном случае итератор заканчивается, он имеет право закончиться, да? В данном случае он заканчивается, когда у нас range заканчивается. При попытке вынуть из него следующий элемент, он функция next возвращает, ничего не возвращает, а выбрасывается исключение под названием stop iteration. Мы с вами будем в скором времени говорить про исключения, и там я скажу, что исключение это не ошибки. То есть факт того, что некоторый объект бросает исключение, это не факт, что вы что-то неправильно написали. Исключение это не ошибки. Исключение это такой способ передачи управления мимо структурного кода. И в данном случае исключение, которое бросает нам генератор object под названием i, да, это тоже не какая-то ошибка, а способ передачи управления, который на самом деле и используется для того, чтобы просто понять, что наша последовательность закончилась. Все. Собственно, это он и есть, этот самый способ. Ловля исключения stop iteration. Как это выглядит? Это выглядит примерно так, что если мы напишем вот этот итератор заново и напишем for i in i, да, print i, то никакого исключения stop iteration мы не видим по одной простой причине. Вот здесь у нас стоит итератор, цикл for просто по нему пробегается, берет next нулевой, ну, как бы next, 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 а когда этот итератор нам возвращает stop iteration, цикл говорит, все, stop iteration, мы закончили. Ну, так вот. В действительности цикл for в Python работает именно так. Ту последовательность, которая поддерживает протокол последовательности, и которую мы предъявляем циклу for в правой части, первым делом он преобразует ее в итератор с помощью функции iter. Вот смотрите, и равняется, допустим, да, и равняется iter от l. Первым делом ее преобразует в итератор с помощью функции iter, а дальше по ней ходит с помощью next, дожидаясь stop iteration. То есть ровно так же, как мы это делали только что руками. И именно это происходит с любой последовательностью, которую мы хотим подставить в случае цикла for. То есть для того, чтобы for работал, нам нужно, чтобы работал метод iter вокруг него, а больше ничего. Чтобы функция iter работала от объекта, нужно, чтобы у нее у самой был внутренний метод iter, то есть он возвращал итерируемый объект по этому объекту. Но это не обязательно. Можно, например, чтобы наш объект был последовательностью перечислимой, то есть последовательностью, у которой есть метод getItem. Если у объекта есть метод getItem, метод iter не обязателен, просто наш цикл будет и len, getItem и len еще, длина. Да? Значит, наш цикл будет ходить по всем объектам, начиная с нулевого и заканчивая соответствующим там len минус 1. Вот. То есть протокол последовательности, как вообще понятие протокола в Python, это не настолько простая вещь, насколько она кажется снаружи. Да, она такая более, как сказать, сложная, но при этом более естественная. Да? Можно сказать, если можно организовать итератор по объекту, например, потому что он сам может его отдавать, или потому что он индексируемый, значит, функция iter что-нибудь от него вернет. Причем обратите внимание вот на что. На то, что всякие последующие попытки взять очередной объект из нашего итератора, когда итератор закончился, заканчивается stop iteration с первого раза. То есть, смотрите. Вот наш прекрасный генератор object i. Вот наш прекрасный цикл, который выдает
ну, там, 9 каких-то значений. Как вы думаете, если этот цикл запущу еще раз, что будет? Правильный ответ – ничего. Потому что наш итератор i уже закончился, он уже выдает stop iteration на каждом шаге. То есть итератор – это такой одноразовый объект, который, если вы хотите перезапустить, надо пересоздавать. Да? Вот. Фактически для этого он и придуман. То есть мы, ну, если хотим какие-то постоянные объекты, да, вычислимые или хранимые последовательности, то вычислимая или хранимая последовательность должна уметь вычислять там произвольный свой элемент. Да? В случае итератора это совершенно не обязательно. Итератор может выдавать только очередной элемент. Вот. А раз выдает только очередной, то никакого движения назад или какого-то там волшебной кнопочки ресет на нем совершенно не обязательно есть. То есть это в протокол последовательности не входит. Он одноразовый. Все итераторы одноразовые. Как вы понимаете, совершенно такая же фигня творится, когда мы занимаемся любым преобразованием того, что у нас как бы является последовательностью, в последовательность, то есть при множественном связывании, при передаче параметров функции, распаковки, запаковки, в общем, везде, где мы говорим, здесь у нас последовательность, на самом деле мы имеем в виду, здесь у нас итерируемый объект. Утверждение не относится к ситуации, когда у нас последовательность обязана быть индексированной, потому что там где-то в ней по индексам происходит работа. Например, из модуля random, который мы с вами рассматривали в прошлый раз. Мы его рассматривали. Точно был на семинарах, а на лекциях в планах было. Ну, я надеюсь, что и на семинарах было. Андрей, нет. Никакого инициализированного значения в итераторе нету и быть не может. Итератор – это просто последовательность. Ну, скажем так, вытащенный наружу метод последовательного доступа к элементам последовательности. Какие там элементы? Нас совершенно не интересует. Нет понятия, какое-то значение по умолчанию. Вот. Спасибо. Значит, смотрите, да? Мы можем сделать итератор из чего угодно, и это что угодно и будет предметом итерации, да? Мы можем сделать генератор object с помощью конструктора, но опять-таки, вот какой элемент сюда придет, тот и будет как бы нулевым, да? Вот если бы я здесь написал range не от 10, да? От 10 до 20. То, ну, получил бы вот такое, да? Ой. А, от 10 до 10, прекрасно. Получил бы вот такое, да? То есть никакого значения по умолчанию нет. Итератор — это всего лишь способ доступа, способ прохода циклом по последовательностям, причем вполне фиксированный способ. Именно поэтому его можно использовать везде, где только можно. Как уже говорилось, для того, чтобы итератор работал, нужно, чтобы был либо метод iter в объекте, либо метод getItem. Ну, например, я не знаю примерно объектов, у которого нет метода iter, но есть метод getItem, но в принципе они могут быть. Или есть, или у нас есть этот самый, как его... Нет, нету. Вот. Нетрудно догадаться, что итератором от, допустим, словаря, да, является список его ключей. Ну, это тоже понятно. Да? Потому что мы уже знаем, что, в принципе, словарь как последовательность — это последовательность ключей. Для чего нужны итераторы, ну, генераторы конструктора? Они, в первую очередь, нужны для того, чтобы на скорую руку сформировать последовательность. Да. То есть начальное значение просто задалось, ну, так же, как всегда, это бывает в циклическом элементе, Андрей. Вот такие вот генераторы объекта нам нужны для того, чтобы на скорую руку задать последовательность, чтобы передать ее, например, в какую-нибудь функцию, но при этом ее не хранить. Что-нибудь такое, sum от, ну, вот это вот i, да? Sum от i. Обратите внимание на то, что я опустил одну пару круглых скобочек. На самом деле должно было быть вот так. Но синтаксис Питона говорит, что если у вас ровно один итератор в качестве параметра функции, не пишите двойные круглые скобочки, это мешает. Пишите одинарные. Да? В любом другом случае, когда вам придется
задавать какой-то дополнительный элемент, вам придется эти круглые скобочки вводить. Ну, понятно, если вы их не введете, получится какая-то ерунда, синтаксически плохо анализируемая, и добренький Python, вместо того, чтобы сказать, у вас тут какая-то хрень в синтаксисе, скажет, так, ребята, вы тут состряпали итератор, ну, генератор object, его надо в скобки ставить, если только они не избыточны. Понятное дело, что такие штуки можно распаковывать, превращать в кортежи. Кстати, тоже хороший вариант. Вместо того, чтобы формировать список и превращать его в кортеж, лучше сформируйте генератор и превратите его в кортеж. По крайней мере, это будет на один большой хранимый объект меньше в памяти. Вот. Теперь, собственно, про генераторы в общей форме. Генератор в общей форме. Описывается как функция. Вы говорите def myGen. Можете передать какие-то параметры ей. Да? Дальше пишите for там e in range от n return a умножить на 2 плюс b. Это вот функция. Генератор отличается от функции тем, что в нем вместо слова return наличие слова yield. А в действительности наличие слова yield превращает вашу... полностью меняет семантику работы этой функции. Полностью. Если здесь будет return, ну давайте сделаем так. Вот, да, вот у нас есть myFun и myGen. Что будет, если мы скажем myFun, myFun от, там, 2, 3, 5. А куда все остальное делось? А никуда не делось, мы написали глупую функцию. Эта функция делает первый попавшийся return и дальше просто вываливается. Она бессмысленная. Мы могли бы написать не так, мы могли бы вернуть... какой-нибудь список, да? Вот тогда бы было что-то похожее, да? Вот так вот мы могли сделать. Во. Да? Вот. Тогда действительно... Чё? А, ну да. Ну да, так оно и есть. Совсем не такая же... Ну, или если... написать вот так вот, да, то совсем не такая история, абсолютно другая история происходит в ситуации, если мы извините, маленький эксперимент. Мне просто пришло в голову, что можно сделать вот так. Да. Мне пришло в голову, что можно не выходить из Python, чтобы увидеть текст, исходный текст нашей функции. Так вот, совершенно по-другому ведет себя функция myGen. Функция myGen — это такая же функция, как и myFun. Смотрите. myFun функция. myGen функция. Самая обычная функция. Возвращает она обычный питоновский объект. Но функция myFun... Напоминаю, как она выглядит. Функция myFun возвращает нам список за один раз, а функция myGen нам вернет итератор. Смотрите, ну вот res, где там res? myGen. Да? Она нам вернула генератор object. И этот генератор object со всей очевидностью будет работать именно так, как мы от него и предполагаем. Да? Когда мы будем к нему обращаться, он будет делать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и наконец stop iteration. То есть замена слова yield, слова return на слово yield
превращает функцию из функции, которая возвращает просто соответствующий вот этот вот объект, в генератор object, который этот объект вычисляет и по каждому следующему next его возвращает. Таким образом, вы можете писать вообще произвольные генераторы, то есть произвольные вычислимые последовательности, которые ни разу не будут, например, индексируемыми, понятно, ни разу не будут хранимыми, но будут просто вычислять каждый очередной элемент при обращении к next. Да? Выглядит это будет примерно так. Давайте, что ли, посмотрим на Python Tutor. Давайте только вот что сделаем. Давайте мы тут чуть-чуть улучшим наш MyGen, вставим туда, не улучшим, а ухудшим. C равняется A умножить на 2 плюс B. Нет-нет, она каждый раз конструирует новый генератор, Иван, да? Смотрите, давайте это проверим, раз уж пошел такой вопрос. Видите, да? А другое дело, обратите внимание, что время от времени они повторяются. Но знаете почему? Потому что он в кэше проэкспарится, да? Вот если бы мы сказали вот так вот, а1 равняется MyGen, а1, а2 равняется MyGen, а2, вот тогда они точно будут все разные. А3 равняется MyGen, а3. Вот тогда они будут... Ой, а, да, ее, видите? Тогда они будут все разные. Вот. Тут же мы его генерируем и тут же забываем. Когда он проэкспарится в кэше, а свободное место освободится, и питон опять попадет туда же. Вот. Так что это вот довольно мутное объяснение, а вот это объяснение довольно понятное. Вот. Тут это разные адреса. Не думайте, что они все кончаются на 510. Нет, не совсем. Потому что сейчас посмотрите, что происходит. Я специально вызвал Python Tutor на этот счет. Потому что тут интересно. Ну и давайте мы здесь сделаем так. F равняется MyGen от... Только давайте тут еще тогда плюс N, чтобы разные значения было. От 2, 5, 4. Ну 2, 4, 4, неважно. Пускай будет 5, они все хотя бы разные, да? А дальше f.next. Или print. Только не f.next, а next от f. Привычки второго питона. О! Ну, поехали. Определили нашу функцию MyGen. Это обычная функция. Единственная ее фишка состоит в том, что она возвращает генератор object, а не конкретный элемент. То есть она возвращает генератор object, который вычисляет ее содержимое. Бум, определили объект f, который, собственно, является экземпляром этого генератора очередным. Залезли внутрь генератора. Сейчас произойдет yield. Знаете что, давайте не так сделаем. Давайте мы еще вот тут вот напишем c плюс равно 1. Здесь напишем c равно 0. А здесь напишем c плюс равно, вот. Чтобы вы видели, что код происходит в разные места, в разное время. Да? Значит, определили, вызвали, полезли внутрь генератора. Начинаем выполнять тело нашего генератора, вычислять соответствующее значение. 0, запустили цикл, вычислили c. Сейчас подготовили возвращаемое значение для c, вернули вот сюда c. Напечатали его. 13. Снова полезли в генератор. Продолжили выполнение с того же самого места, где у нас был yield. В том же самом пространстве имен. С сохранением всех значений, которые там были. С того самого места, где мы в предыдущий раз выполняли yield. Добавили очередное значение. Вычислили новое c.
подготовили возвращаемое значение, вернули его вот сюда. А, мы надо было c возвращать. Ну, неважно. Вы, короче, меня поняли. Да, то есть на самом деле тут еще надо было написать c равно. C. Вот. Ну, это как раз не важно, да, с нашей точки зрения, это все. Просто разные значения будут выводиться. 9, потом будет 19, понятно. 29, все. То есть, это то, что в программах на таких крутых языках программирования, а Python — это крутой язык программирования, называется повторно входимые функции. Это функция, в контекст которой можно не знаю, Евгений, не знаю, возможно, да, возможно, нет. Мне кажется, что соответствующий код написан тупо на C уже там внутри. То есть мы туда перекидываем соответствующие параметры. А, нет, там есть же байткод генерации. Да, скорее всего, вы правы. Ответ на вопрос был, вот кто мелкий шрифт не видит, являются ли в действительности циклические генераторы списков, словарей и всего остального множеств тоже обмазкой поверх итераторов? Скорее всего, да. Потому что нам все равно придется выполнять какой-то кусочек байткода. Отлично, он выполняется, а потом мы этим заполняем словарь или список. Ну вот, возвращаемся к повторно входимым функциям. Да? Итак, генератор object представляет собой повторно входимую функцию, у которой есть всегда живущий ее внутреннее пространство имен. Да? Оно существует все время жизни нашего генератора объекта. Вот. Видите? Дыдыщ. Он должен stop iteration. Ну вот. Значит, вот этот print выдал stop iteration. Вот. Тем не менее, ну мы выпали из кода, поэтому мы не видим этого пространства имен. Но в принципе оно как бы есть. Вот. Динс. Ой. Заглючило. Ну, в общем, картинка, я думаю, ясна. Да? Это не совсем повторно входимые функции. Если мне хватит пороху, я разберусь с асинхронными функциями в Питоне настолько, что смогу вам рассказать, расскажу, потому что это часть языка, и мне уже стыдно, что я про это не рассказываю. Вот. И вот асинхронные функции в Питоне настоящие повторно входимые. Там прям есть понятие корутина. Но в очень большом... В очень большой части аспектов по свойствам своим итератор — это повторно входимая функция. Потому что мы задаем долгоживущий пространство имен и контекст вычисления и постоянно входим в этот контекст вычисления с новыми значениями. А для нас с вами эти два свойства генератора очень важны, вообще итератора. Да, очень важны, потому что, с одной стороны, это означает, что если мы можем вычислить последовательность, мы не обязаны ее хранить. И, например, так можно поступать вот в таких вот случаях. Да не сам, а сам. Обратите внимание, что я что-то такое делал, возможно, вам не показывал, а возможно, показывал функс. Значит, не показывал. Но в любом случае, я очень часто использую эту конструкцию. Видите, сум, и тут идет генератор объект. Тыдыщ. Вот. Это какой-то пример, неизвестно откуда. Я его просто нашел в истории своего питона. Вот, неважно. Важно то, что одна из областей применения такой конструкции — это прямо вот наскоро сконструировать некоторые последовательности, чтобы ее не надо было хранить. А вторая важная часть, да, состоит как раз в том, что эта функция повторно входима, и мы можем таким образом, не теряя всего контекста выполнения, продолжать выполнение с только что прерванного места и получать очередное значение, что, в общем, довольно важно. Альтернативой такому повторно входимой функции является возврат питоновского списка или кортежа, что, как мы помним, жрет память, как бы, ну и так дальше. Return. Значит, несмотря на то, что наличие yield внутри описания чего-то, названного def,
превращает нашу функцию из обычной в функцию, возвращающую генератор object, return в ней тоже можно использовать, и он будет означать stop iteration всего-навсего. То есть мы можем написать вот так вот, if и там больше 10, return. Можно вообще даже ничего не возвращать, никакое значение, потому что это приведет к stop iteration. А это иначе killed. Давайте попробуем. Значит, он называется myGen, да? Вот у нас 5 элементов. А, я на N, что ли, проверял? Я на N проверял. А, ну и хорошо, какая разница? Какая разница, все равно это пример, да? Вот у нас сколько элементов? А 10, да? 10. Мы сказали return, этот return выдал stop iteration в этом месте. Все. Да? Цикл у нас был запущен на 100-500, но поскольку произошел return, мы вывалились прямо тут. Это что касаемо... что касаемо ретернов в этом самом в итераторе. Понятное дело, ну не знаю, стоит ли об этом говорить, понятное дело, что yield'ов может быть сколько угодно. Да? Чё? Да. Мы всего лишь получим в качестве возвращаемого значения сначала yield из того места, ну, то, что нам вернул один yield, потом другой, потом третий. Вот так. Да? Вот. То есть, ну, вы меня поняли. Какая разница? Вот. Так же, как return'ов может быть много в функции. Совершенно не обязательно должен быть один. Да? Идея стоит в том, что в этом месте мы прерываем выполнение, передаем выполнение туда, в вызывающую наш, в вызывающий код, он, значит, передаем вот туда это значение, он, ну и вот так далее. Довольно важно, конструкцию представляет собой, ну, конструкция типа yield from. Это называется subgenerator delegation. Вот тут красивое описание 380-го пепа, в котором было это предложено. Интересно, кем? Наверняка Гвида. Нет. Григорий Эвинг. Это тоже очень крутой чувак из Новой Зеландии. Вот. Значит, не Гвида. Короче говоря, довольно давно уже это все было туда введено, в Python. Вот. Идея делегирования yield стоит в следующем. Предположим, у нас есть генератор. Ну, какой-то. Давайте уберем нашу MyFo. Да, вот это тоже уберем все. И вообще все уберем. И напишем что-нибудь такое. Dev g1 от n, который возвращает нам return yield for e in range от n, да, yield и умножить на 2 плюс 1 нашли. Это было слово yield, если кто его не узнал, то я тоже не узнал. Вот. Где в g2? И мы хотим сделать такой генератор, который проходится по значениям первого генератора в некотором диапазоне. Ну, скажем, от A до B. Да? For и for и in range от A до B. For, внимание, g in генератор 1 от i yield g. Вполне нормальная для генераторов ситуация, что мы как бы
взяли, сходили к последовательности, вывели все эти последовательности. Ну, давайте посмотрим что-нибудь, во что это выливается. Что-то типа print. Ой, это что это было? Print, ну, скажем, G2. Вот. 3 до 5, до 6. Вот. Обратите внимание, что я здесь, в принципе, мог бы поставить и список, и что угодно, но это вот как раз ситуация, когда я сгенерировал вычислимую последовательность, а превратил ее в кортеж, и этот кортеж уехал в список. Ну, уехал в print. Вот, смотрите, 1.3.5, 1.3.5.7, 1.3.5.7.9, что и ожидалось. Нам приехала последовательность, являющаяся произведением, да, вот этих двух циклов друг на друга, и которая совершенно логично выглядела так, как если бы мы запустили тут цикл по вот этому. Ну, короче, объяснять тут особо нечего, все предельно просто. Что здесь не очень хорошо, это тот факт, что в действительности это произведение циклов, которое вот здесь написано, произведение, ну да, циклов, оно не двойное, оно как бы двухсполовинное. Мы здесь запустили цикл for по элементам вот этого, вот этой последовательности, и здесь у нас есть цикл for по элементам этой последовательности. То есть мы сначала последовательность генерируем, а потом на ее основании еще раз ее генерируем. Явное продалбывание эффективности, потому что мы все равно уже здесь вот генерируем какую-то последовательность. Зачем нам ее сначала собирать, а потом снова разбирать? То есть у нас в действительности мы бы могли как-нибудь так сделать, как-нибудь так, переделегировать вот этот yield вот сюда. То есть написать что-то такое. Вот. Со словами, так, у нас тут есть еще один итератор. Вот оттуда все, пожалуйста, заилди поштучно. Давайте проверять. G3 is not defined, потому что GG он назывался. О! Значит, еще раз, что здесь произошло? Вместо того, чтобы поэлементно ходить по последовательности, сгенерированной генератором G1, мы внутри кода генератора GG подсунули результат работы этого самого генератора G1. Пускай по нему вот столько раз, сколько у нас, до тех пор, пока G1 не вывалит нам stop iteration, попытка yield из этого места генератора GG будет приводить к yield'у очередного элемента из генератора G1. Обратите внимание на то, что код сократился. Он вполне читаемый, мы понимаем, что здесь происходит. Вот. И при этом эффективность должна сильно повыситься, потому что мы не выполняем бессмысленных действий по переприсваиванию, перекидыванию одного и того же значения и заново прохождению по нему вот этим итерационным циклом. То есть мы фактически убрали вот этот цикл for, слили его вот с этим циклом. Такое дело. На самом деле эта штука имеет грандиозное значение в ситуации, когда все эти операции происходят асинхронно, и там без нее, в общем, тяжело. Но про это я сейчас рассказывать не буду, потому что, повторяю, я должен привести свой мозг в порядок, прежде чем начать такой рассказ. Я этого еще ни разу не делал. Вот. Хотя уже года 4, как в Питоне, эта штука есть, или 3. Yield from – очень интересная конструкция, удобная, эффективная. Более того, вложенные yield from, да, сколько вы их не сделаете, будут также эффективны. У вас практически просто линейка такая раздвинется до последнего из этих yield'ов, и оттуда он будет ходить. Да? У вас не будет постоянного циклического перебора. Вот.
Значит, это первое, что я хотел сказать про усложнение понятия итератор, что когда вы, генератор, когда вы пишете генератор object руками, у вас есть прекрасная конструкция ялдов. Есть еще более извращенная вещь, которая называется параметрический генератор. Параметрический генератор устроен, в общем, непросто. И на первый взгляд совершенно непонятно. Значит, G1 в квадратных скобочках it не работает. Это не индексируемая последовательность. А, вот то, что вы сейчас написали, не работает. Поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос. А вот ответ на второй вопрос. При превращении генератора в список, генератор, разумеется, тратится. Давайте вот на этот вопрос я отвечу, потому что я про это уже говорил, да, но говорил немножко в другом контексте, и не всегда контексты можно свести. Генератор – штука одноразовая. Смотрите. Любой генератор, любой итерированный… Ой, какой имидж? Какой имидж? Очень интересно у меня в питоне история. Вот. Любой итератор – штука одноразовая. Будь то генератор object, будь то итератор по каким-то объектам другим, любой итератор – штука одноразовая, он так устроен. Поэтому, если вы скажете L равняется… лист от и, итератор и закончится. То есть, если вы скажете L равняется лист от и, то L у нас будет вот такой, а L у нас будет вот такой. Вот на этот вопрос я ответил. Так вот, параметрический генератор. Значит, что такое параметрический генератор? Это довольно непростая штука. Давайте мы сначала просто тупо скопипастим вот отсюда. Тут фига не скопипастишь. Нифига тут не скопипастишь, ну да ладно. Ой. Вот так. Да, значит, обратите внимание на странную конструкцию вида, содержащая yield. Но при этом... У этого yield'а есть левая часть. Как если бы после того, как мы вызвали yield, мы в результате вот сюда что-то получили. И это правда. А, я его не записал, что ли? Да, точно. Вот. И это правда. Давайте мы воспользуемся волшебным аспектом. Как он там назывался? Ну, ёлки-палки. Он назывался Biased, да? Точно. Во! Вот наш сходник. Итак, значит, мы говорим, типа, конструируем наш генератор. И это, значит, пока все идет по плану. Функция biased у нас возвращает генератор object. Это самая обычная функция. Генератор object – самый обычный генератор. Но нет, не самый обычный. Потому что он рассчитывает, что после того, как он нам выдаст первый yield, мы ему передадим какое-то новое значение. То есть, что мы говорим? Мы говорим r равняется next от g. Ну и нам приезжает 100, ожиданно, да? Вот здесь вот мы заилдили 100. Но дальше мы работать не можем. Мы сейчас хотим сказать, дорогой генератор, продолжай дальше, а дальше у него написано положить в BIOS что-то, что мы ему передадим. Поэтому если мы сейчас скажем снова next, он сразу отвалится. А, нет. Туда приехал, ну давайте мы его немножко вот тут вот напишем print bios. И здесь тоже print bios.
Вот так сделаем, да? Так оно интереснее. Видите что? Извините. Я, конечно, понимаю, что это все мелкие извращения, но очень хочется. Потому что могу. Да? Вот. Да. Так вот, значит, давайте еще раз. Да, значит, изготавливаем наш бесит параметрический итератор. Он генератор, да? Параметрический генератор. Дергаем его. Если мы сейчас дернем next, то поскольку мы ничего не послали, ничего не передали нашему итератору никакого значения, нашему генератору, вот сюда приедет null. И у нас внезапно возникнет stop iteration, как ему и полагается. Потому что мы с вами помним, а вдруг я не говорил. Мы с вами помним, что если в конце функции нету return, то на самом деле это return known. Я мог не говорить. Запомните, да, что если у вас функция дошла до конца, а return там не стояло, то это return known. А return, как мы с вами помним, это stop iteration. Окей, перезапускаем нашу программу. Что, как сделать так? Ну, тут ответ есть, да? Как сделать так, чтобы можно было послать нашему параметрическому генератору параметр? Ну, надо сказать g.send, ну, допустим, 42. А тут рез. R равняется. Что при этом произошло? Давайте мы здесь сделаем три скобочки, чтобы было понятно, в каком месте кода мы находимся, да? Так, что сейчас произошло? Мы заилдили значение 100, оно приехало в R. Мы вызвали сэндом, послали 42, оно приехало сюда вот в BIOS, напечаталось. Запустился цикл, тут что-то произошло. Мы заилдили новое значение, оно равняется 185. Вот. И в этом месте зависли, вот в отмеченном. Если мы сейчас напишем что-то типа print r равняется, ну или просто g.send от 100, ну не знаю, 100-500. Вот, произойдет следующее. Мы послали внутрь нашего параметрического итератора 100-500, оно приехало вот сюда. Ну, собственно, напечатали это безобразие, перешли на начало цикла, вычислили новый init, заилдили этот init, вот он нам приехал, ну и дальше по кругу. Вот. Понимаете? Как только мы туда, так устроен наш цикл, как только мы туда прислаем 0, нас присоединит top trash, и все. То есть наш итератор с помощью метода send обладает способностью обрабатывать последовательности. Причем делать это поэлементно, то есть мы туда сэндим очередной и получаем очередной результат. Вот под эту конструкцию уже синтаксического конкретно сахара вроде фора просто нету. Вот. Она как была вот такой странной. Первый раз мы делаем именно next, потому что сэндить нам некуда. Да? Нам некуда производить send. Send — это когда что-то равно yield. Да? Так что первый раз в таком параметрическом итераторе мы делаем next, а все остальные разы мы делаем send. Конструкция странная, но понятно, зачем она нужна, так сказать, теоретически. Да? Она нужна для того, чтобы у нас каждый раз можно было вносить новый параметр внутрь нашей повторно входимой функции. Да? Каждый раз другой. А вот вся остальная часть нашей повторно входимой функции, весь остальной контекст выполнения оставался тем же самым. И это довольно важный кусок, который вот так сходу непонятно, как применить. Вот. Я так сильно подозреваю, что опять-таки в асинхронной штуке это сплошь и рядом,
И вот сейчас я боюсь соврать, довольно частая вещь – это параметрический итератор на два переключателя. Первый переключатель его запускает, и это send. А второй возвращает какое-то обработанное значение, и это соответственно, в смысле, первый это next, пардон, да? А второй возвращает некоторое обработанное значение, и это set. Но всего на два положения. Дальше наш итератор заканчивается. Такие странные конструкции, тем не менее, синтаксически гораздо более короткие, потому что они позволяют дважды использовать одно и то же пространство имен. Вот. Да? Да, у нас два значения. Вот первое значение и второе приезжает. Вот. Но, повторяю, да, придумать прямо сейчас из головы пример, когда это прям в real life используется, я не могу. Возможно, кто-то из нас сможет. У нас много народу в чатике. И теперь настает самое интересное. Глобальные переменные можно использовать, но непонятно для какой цели, да? Формально говоря, это разные вещи. Одно дело ситуация, когда мы внутри нашего генератора ходим к. Давайте попробуем. Нет, тут это BIOS, да? Ну, в общем, не так это просто, как кажется. Я думаю, что можно так сделать, скажем. Можно так сделать, но я даже сильно подозреваю, что так и будет. Но мне кажется, что... Сейчас. Во-первых, давайте увидим, правда ли это. Ну, конечно, конечно. Конечно, так делать нельзя. Ну. Да? Что я сделал неправильно? А, и нет равно нулю. Только не здесь, а вот здесь. А, не то BIOS, естественно. Да. Да, работает. Евгений, вам про них не рассказывают. C++ без генераторов – это бессмысленный язык. Вы еще скажите, что вам про темплейты не рассказывали. Тогда кажется, что вас вообще не учили не C++, а чему-то странному. Генераторы есть во всех современных языках программирования. В C++ даже есть специальный цикл для прохождения по генераторам.
Проблема других языков программирования большинства не питона состоит в том, что их синтаксис не позволяет так волшебно все это расширять, чтобы это прям ложилось в язык, и довольно тяжело позволяет их внутренняя структура менять содержимое. Да? Вот в питоне взяли, поменяли, скажем, реализацию словарей, вот, или там еще чего-то. Или поменяли синтаксический анализатор, никто не заметил, да, в большинстве языков это не так. Но, повторяю, есть итераторы в C++, вообще это довольно традиционный прием программирования, итераторы, который очень много спасает и памяти, и эффективности, и вообще как бы от большой суеты спасает при работе. Вот. Фишка питона именно в том, что большинство приемов программирования, которые напрямую не относятся к алгоритмизации, да, потому что алгоритмический полон Паскаль, например. Да? Вот. Множество приемов программирования достаточно красивым, в смысле обмазанным синтаксическим сахаром образом, зашито прямо в язык. Вот. Ну, одни списки чего стоят, которые на самом деле динамические массивы. Это ведь тоже прием программирования. Вот. Но все он точно есть. Я считаю, что программировать на C++ и не использовать современные приемы программирования, это значит программировать не на C++, а на чем-то странном. Вот. Но это мое мнение. Ладно, значит... Это был разговор про параметрические итераторы. Действительно, провокационный вопрос от человека по имени Ехадерж, подозреваю, что я знаю кусок фамилии. Значит, провокационный вопрос оказался верным, и я отвечаю на этот вопрос так. В действительности мы реализовали похожие вещи, но не одинаковые, потому что фактически мы вынесли что-то, являющееся по сути, как это правильно сказать, которую нужно только внутри пространства имен вот этой функции glob, вынесли ее наверх в глобальную переменную. Представьте себе, что у меня два таких итератора. Как должны называться разные глобальные переменные для них? Понятно, почему одно другому не заменяет? Что будет, если я вызову еще один глоб? Он будет ходить к тому же самому BIOS. То есть, два итератора будут ходить к одной и той же глобальной переменной. А если я хочу, чтобы они ходили к разным глобальным переменным, значит, их надо переименовывать. Мы упираемся, собственно, в понятие инкапсуляции, то есть в понятие упрятывания соответствующих переменных внутрь пространства выполнения, внутрь namespace. Это разные вещи. Вот этот гглоб, несколько таких гглобов будут работать с одним и тем же биосом, а несколько параметрических итераторов будут работать, разумеется, с различными параметрами. Так что вот, я надеюсь, я ответил на вопрос. Нет. Они просто про другое. Вот если вы хотите, чтобы у вас было много итераторов, и каждый из них ходил к одному и тому же элементу влияния, да? Ну тогда вам нужно сделать именно глобальную переменную. Теперь самое интересное, почему-то в лекции прошлого года мы не успели нормально поговорить про Intel Tools, а у нас еще почти полчаса на это дело, ну скажем так, почти больше 20 минут. И это, конечно, хорошо. В принципе, что про него разговаривать, там прекрасная документация, в которой написано все. И я сейчас фактически буду читать ее вам вслух, но, возможно, это не такая уж пустая затея, потому что. Во. Значит, начнем с того, что какие-то вещи для работы с итераторами есть не в IntelTools, внимание, не в IntelTools, а прямо в языке Python. В нем есть функция map, например, которая делает следующее. Это, правда, часть функциональщины, но
работы с итераторами и функциональщина очень рядом лежат. Смотрите, def fun, хотя, нет, давайте fun от a return, ну, 2 умножить на a плюс 1, естественно. Мы можем написать так, m равняется map от fun к какому-нибудь последовательности. Обратите внимание, что этот map-object – это такой итерируемый объект, у него есть итератор, и, соответственно, из него можно сделать лист. Что мы сделали? Мы сказали, так, создай мне, пожалуйста, ну, раз из него можно сделать лист, значит, у него есть итератор, да? m.iter. Есть такой. Более того, он сам является себе итератором. Более того, он как настоящий итератор кончается. Да? Обратите внимание, что при попытке изготовить итератор из map-object, нам вернулся тот же самый map-object с абсолютно тем же самым, с тем же самым идентификатором. Вот. Вот этот map-object – это обычный итератор, который делает что? Он применяет строит итератор, который применяет вот эту функцию к этим всем элементам. Мы можем написать, естественно, очень естественно, не делать никакого def, а писать что-нибудь такое, лямбда, а умножить на 2 плюс 1, да, ну и здесь какую-нибудь последовательность раньше. 10. Кстати сказать, да, это примерно такая же фигня, как если бы мы написали вот так. A умножить на 2 плюс 1 for A in range от 10. Нет. А, на 1 плюс 2. Ну, я тормоз. Плюс 2. Плюс 1. Вот. Совершенно такая же фигня. В том смысле, что мы получаем только слегка разного типа конструкции, но, видите, Python настолько их считает похожими, что даже не берет на себя за труд превратить итератор в map-object. Я сильно подозреваю, что map-object работает эффективнее, потому что ему не нужно каждый раз вот все это вычислять. А нет, нужно. Тогда не знаю. Вот. Один из немногих случаев получить в Питоне две конструкции похожими путями, примерно одинаково эффективные и при этом синтаксически, в общем, тоже друг на друга похожими. Хотя некоторым проще так читать, а некоторым проще так читать. Вот. Значит, функция map, еще есть функция filter. Функция filter, она тоже имеет отношение к функциональщине и к итераторам. Она делает примерно то же самое, что map, но не возвращает не последовательность преобразованную, а те элементы последовательности, для которой функция фильтрации не пуста, возвращает не пустой результат. Ну, давайте попробуем map. Мы уже теперь знаем, что здесь можно писать лямбду. Лямбду можно везде писать. А процент, допустим, 3. А здесь range от 20. Я сказал map, надо было фильтр. Вот. Обратите внимание, что это filter object. Обратите внимание, что он точно так же, итератор от него совпадает с ним самим. То есть это вполне себе обычный итератор, просто такой немножко сгенерированный изнутри. Ну и понятное дело, что что произошло, понятно. Из него отфильтровались из этой последовательности range 20 отфильтровались те элементы, которые остаток отделения которых натрия был равен нулю. А вот. То бишь фильтрующая функция давала пустой результат. В чем вся разница? Да, как обычно в использовали итераторов, разница в том, что никакой список
до тех пор, пока я сам не сказал сделать из этого список, никого из списка не создавался. Это была вычислимая последовательность, в данном случае сделана еще из вычислимой последовательности. Вообще никакого пожирания памяти не произошло. Я мог тут написать миллиард. Я могу здесь написать миллиард. Мало того, я могу от этого миллиарда потихонечку отщипывать. И никто не пострадает, и память это будет не занимать вообще. Открою вам секрет. Здесь могла бы быть бесконечность. Пока вы не собираетесь преобразовывать это в список, а я не собираюсь преобразовывать это в список, потому что с этого компьютера у меня еще вещание идет. Вот. Да, так вот, пока вы не собираетесь превращать вычислимую последовательность в хранимую, она вполне может быть бесконечной. Вы же в любой момент можете прервать ее обработку. И вот такие есть в питоне встроенном функции, которые имеют отношение к итераторам и к функциональщине. До недавнего времени в питоне еще жила непосредственно в built-ins. Я, кажется, не рассказывал про built-ins. Давайте мы built-ins — это пространство имен, в котором содержатся те имена по умолчанию, которые внезапно нам доступны сразу, а мы не знаем откуда. Вот теперь знаем. Вот, например, наша волшебная функция next, которой мы пользуемся, она лежит в built-ins. Именно поэтому, когда мы говорим next, он говорит, что такой штуки нет, а когда говорим next, он ее находит, и находит он ее вот здесь. Раньше прямо в built-ins, помимо функции map и функции filter, жила еще функция reduce. Reduce, по-моему. Сейчас узнаем. Import functools. Functools. Reduce. Функция reduce, собственно, выполняет ту же самую роль, что и функция reduce в функциональных языках программирования. Она выполняет свертку последовательности при помощи функции. Ну, что-то такого типа лямбда а запятая b, а плюс b, да, и последовательность, ну, скажем, range от 10. Ну, пожалуйста, треугольник. Проблема состояла в том, что все, кому не лень, всякие разгильдяи и лоботрясы, вроде меня, всегда использовали функцию reduce ровно для того, что написано вот здесь, для того, чтобы вычислить сумму. Гвидо задолбался, говорит, ребята, это неэффективно. Вам придется дергать какие-то элементы левые. Вам придется каждый раз в функцию ходить. Вам придется... Это неэффективно, используйте функцию sum. Но ребята его не слушали. Тогда Гвидо разозлился и перенес функцию reduce в специальный модуль, который называется functools. То там еще есть всякие полезные штуки, советую почитать. Но единственная полезная штука в этом самом, это, конечно, функция reduce, которая, понятное дело, она может не только складывать. Да? Что при этом происходит? Вы берете первоначальный элемент равен типа нулю, первоначальный элемент равен нулевому, потом вы берете результат, прибавляете к нему первый элемент, берете результат, прибавляете к нему второй элемент, ну и так дальше. Вот. Ну, например, можно же сделать вот так вот, да, значит, типа b плюс a, а здесь написать что-то типа вот. Значит, что произошло? Взяли нулевой элемент q, на первом шаге редьюса написали v плюс q, на втором шаге редьюса получили v плюс q, взяли третий элемент v плюс q плюс e, ну, вернее, e плюс v плюс q, потом четвертый элемент r плюс e v q, ну и вот в конце концов взяли и перевернули. Вот. Так, значит, но это все еще не EtherTools, извините. Значит, возвращаемся к нашему EtherTools.
В EtherToons есть некоторое количество, повторяю, документация очень приличная, вот, есть некоторое количество элементов, некоторое количество этих функций всяких удобных. Вот, ну, давайте посмотрим, что делает функция count. Функция count просто считает, начиная от какого-то элемента. Обратите внимание, что если вы не скажете, вернее, вы не можете сказать, где она заканчивает, она вообще бесконечно считает. То есть, если вы попытаетесь превратить функцию count в список, у вас кончится память. А так вот можно сделать count. А, у нас нету, у нас сейчас import EtherTools. Ой, блин, давайте так, from EtherTools. Импорт звездочка. Нарушая правила, чтобы просто короче было, да? C равняется count. Ну, скажем, от 100. Только next от C, конечно, да? Этот цикл не кончится никогда. Это нельзя превращать в цикл for. Нельзя. Это тем более нельзя превращать в хранимую последовательность. Вот. А зачем это нужно, сейчас расскажу. Такая же фигня у вас дается штукой cycle, вот, которая по циклу выдает элементы последовательности, видите? Тоже бесконечно. Такая же фигня функции repeat, которая выдает один и тот же элемент n раз, ну или, если вы хотите, не n, а бесконечное число раз, то бесконечное число раз. Кстати сказать, функция repeat очень полезная функция. Теперь нам не нужно писать что-то такое типа a умножить на 2 плюс 1. Нет, такое нужно. А что нам не нужно? Ну, короче, оказывается, все можно. Ну, неважно. Полезная функция, если вы хотите сгенерировать последовательность одинаковых элементов в бесконечном количестве или в конечном. Да, тут есть, для тех, кто боится бесконечности, есть, ну, сколько раз. Вот вам функция аккумуляции, которая по умолчанию складывает. Кстати, она не так давно появилась, мне кажется. Я что-то такое не помню. Которая по умолчанию складывает все элементы последовательности. Точнее, он их аккумулирует, да? Получается такие, это не числа Фибоначчи, но что-то вроде того. Вот. Но вместо сложения вы можете к функции аккумулировать, прибавить любую функцию, которая будет обрабатывать эти элементы. А дальше идут интересные операции над последовательностями. Например, chain. Chain — это мы соединяем две последовательности в стык. Обратите внимание, что обе из них могут быть бесконечными вполне. Вот, здесь может стоять, напоминаю, везде вот здесь может стоять не индексируемая последовательность, а такой же точный итератор. И ради этого это все делается. Ну, смотрите, я вот давайте сделаем так. И1 равняется итер от range от 5, ну, от 6. И2 от 3. Так вот, если мы сделаем так, и равняется chain от и1, и2, ну и большое. Видели, да? Это просто сначала проходит с первой последовательности, потом вторая. Их может быть сколько угодно. Вот. Кстати сказать, понятное дело, что если мы туда снова запишем и1, то к этому моменту, когда она до него дойдет, и1 будет уже закончившейся последовательностью, он будет пустым. Вот. И поэтому вам нужно, нам нужно, например, генерить заново. Да? То есть, если мы можем сказать вот так вот, допустим, да, вот тогда да. Бога ради. Что хотите. Кстати, знаете, что самое неприятное? Как вы думаете, это синтаксически верная конструкция или нет?
Правильный ответ. Это синтаксически верная конструкция, только она не сработает. Потому что к тому моменту, когда мы доберемся до последнего объекта, выяснится, что он не итерируемый. Смысл интерпретации. Никто не говорит, что вот так писать нельзя. А вот делать так нельзя, потому что когда мы попытаемся это сделать, мы наткнемся на неитерируемый объект. Chain. Chain from отличается от chain только тем, что у вас один там параметр, внутри которого торчат итераторы. Видите, скобочки. Итерируемые объекты. Да? Больше ничего. Чтобы вы не делали звездочку, потому что звездочка, она типа распаковывает, а вдруг у вас их там бесконечное число. Chain from iterable может, точка, забавно, может создать последовательность из бесконечного количества подпоследовательностей. Нам же не обязательно их все описывать. Там может стоять iterable бесконечно. Мы будем просто по одному, по одной из этих последовательностей обрабатывать, пока нам не надоест. Вот. Ну и начинается фильтрация, drop while, который фильтрует... осталось 5 минут. Filter false, group by. Интересная штука и slice. Собственно, представьте себе бесконечную последовательность, ту самую. Как она там называлась у нас? Cycle, да? Она бесконечная. А мы хотим от нее кусок отрезать. Допустим, первые 20 элементов этого цикла. Мы делаем так. И slice от, что там у нас, последовательность, начиная, скажем, с третьего элемента и заканчивая, скажем, 20-м элементом. Ну или даже не так, не list от s, а точка join от s. Чё? А, ну да, конечно. Одноразовые. О, смотрите, какая фигня, да? То есть последовательность c у нас бесконечная, но с помощью операции slice, операции секционирования, мы можем взять конечную секцию этой последовательности. Вот. Мы можем сделать из одной последовательности две с помощью t и даже много. Это нужно ровно для того, чтобы каждый раз эту последовательность не перезаряжать. Если мы планируем пользоваться одной и той же последовательностью несколько раз, ну давайте попробуем. Допустим, равняется range от iter. Давайте дальше. Итератор, да? Итератор, который одноразовый. Итер от, ну, допустим, r. Да? Если мы хотим пользоваться этим итератором много раз, мы сделать должны из него много. И 1, и 2, и 3 равняется t от i 3 штуки. Обратите внимание, один и тот же итератор. Да? И теперь мы можем пользоваться каждым из них в отдельности. То есть вот такой способ копирования итераторов, чтобы они, значит, не разряжались раньше времени. Мы, кстати, с вами знаем еще один итерируемый объект из built-in с Python. Это ZipObject. ZipObject тоже итерируемый, он вычислимый, вы помните. Вот. И он тоже заканчивается. Точно так же, как и все остальное. Вот. Значит... Последняя тема, буквально 3 минуты, состоит в том, что есть еще комбинаторика. Что такое комбинаторика? Комбинаторика – это когда мы говорим, что... ну, тут, правда, все написано, да? Ну, давайте мы продукт от кве rt. Декартово произведение. Все возможные пары, ну потому что у нас их тут две последовательности, если бы их там было много, было бы много. Все возможные пары, всевозможные тройки во всех возможных сочетаниях. Декартово произведение.
перестановки. Да, обратите внимание, что эта штука вообще-то аналогична, вот эта штука простая, вот эта вот штука, да? Аналогично вот такой конструкции, что-то типа C for, нет, C, что там, через запятую, да? C запятая D for C in queer, ну неважно, queer, for D in RT, ну только маленькими буквами, но это неважно, вы видите, что это одно и то же. Да, и если мы хотим из этого сделать итератор, а не список, да, то мы можем, разумеется, поставить вот так. Отлично. Я не вижу, кстати, особой разницы между той конструкцией и этой. Просто эта конструкция гораздо короче. А эта конструкция длиннее, а уж в случае, если мы делаем тройной цикл, там четверной для декартового произведения, то еще длиннее. Значит, перестановки. Да, перестановки стоят в том, что мы берем... Ну, это что у нас? А, да, А или С из 2 поскольку-то. Ну, короче, permutations. Я просто забыл, какая там у комбинаторики терминология. Ну, скажем, по 3 штуки. Ну, да, лист. О, как много. Вот. Да, понятно, что это такое. Все возможные сочетания по n элементов из k возможных. При этом обратите внимание на то, что если они одинаковые, то они сравниваются, их становится меньше. Видите, да? А, нет, наоборот, я соврал. Если, даже если они одинаковые, длина результата permutations, все наоборот, все равно остается той же, потому что с точки зрения функции permutations мы просто перестанавливаем вот эти 4 различных элемента последовательности. Да? Какие они там будут? Ну, обратите внимание, что это тоже не список, это итератор, то есть он будет ходить по этим элементам. Не создавая большого места в памяти. Вот. Перестановки сочетаний и сочетания с повторениями. Еще раз, это не вычисление соответствующих формул, да? Это производство соответствующих последовательностей. Ну, например, сочетание с повторениями – это фактически n-значная система счисления, да? То есть вот, что там, combinations with replacements, да, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 2, да, покороче, все двузначные четверичные числа, да, 0, 0, 0, 1, 0, 2, ну, как бы все узнаете счетчик. Ну, фактически, их длина там, сколько у нас? 4 в степени минус 1. Кстати, не четверичный, пятеричный, я соврал, да? 5 цифр, пятеричный. Ну вот. Время наше закончилось. Значит, чтобы... Я надеюсь, Андрей, я ответил на ваш вопрос, кстати, походу. Чтобы напомнить, чем все это круто, напоминаю главные два свойства итераторов. Первое свойство, что они не хранятся в памяти, а вычисляются. Правда, заканчиваются. Второе свойство, что они могут быть бесконечными. И когда вы пишете генератор функцию, от вас зависит, когда вы закончите. Вот. Они не обязаны кидать stop iteration вообще. Что сильно отличает от работы с обычными последовательностями, позволяет реализовать частичные вычисления, например. Вот. Единственное, что я вас прошу, если будете пользоваться этим делом для решения домашних заданий, не увлекайтесь. С помощью вот того, что я вам сегодня рассказал, любую программу на питоне почти, а то и совсем, можно написать в одну строку. Можно. Если есть лямбда, что угодно можно написать в одну строку. Точнее, нет, лямбда и еще операция присваивания через двоеточие. Но не нужно. Питон не для этого, честно.
Вот такие дела. Значит, поскольку за последнее время вопросов обычно не возникло, я считаю, что, видимо, пора заканчивать лекцию. Так что всем до скорых встреч. Домашнее задание, как обычно, формулировка будет сегодня, а тесты будут в процессе, потому что с тестами, с аккуратностью тестов у меня, в общем, если я их делаю слишком быстро ночью во вторник, проблем. Вот. Все, тогда, значит, до следующего раза.